красота. 18 апреля. У нас попытка выехать в районный центр. Вот это препятствие, которое надо преодолеть. Главное, выглядит довольно сухо, но так как глина там, солончак, и как это все вместе тут, поэтому какая-то каша прям под колесами. Алексей пошел подкинуть там всякую солому насобирать. Где-то он там скрылся, камыш. Вон, нагреб сушняка. Посмотрим, что у нас выйдет. Еще стекло треснуло, была трещина небольшая. И что-то прям на все треснуло. Тоже перепады температуры были непонятны. Явно, что тут дорогу равняли. Да, это дорогу равняли. А что же, блин, равняли, а что-то как-то не ахти равняли-то. Вот тогда лучше вот так вот, что ли, поехать. Видать, не смог тут, а. Тяжело взять. Ну я смотри, по крайней мере, вот. А, ну здесь-то сухо было. Вот здесь вот. Да. Так ездили или не ездили все-таки? Ну, не, ну видно, что тут буровил что-то он. Так но... кто буровил-то еще хуже, по-моему. Ну, трактор кто. Ой-ой-ой-ой. Хо-хо-хо-хо. А, ну середина-то срезана, мы же просили середину да срезать. Да срезана, ну там что-то он вообще... Так, ну, колесами углубил и эти траншеи. Ну да. Так, господи помилуй, как теперь... Получится, нет у нас по краю вот так вот проехать-то. И там как-то слишком глубоко, кажется. Это вот первый мостик, так называемый. Сейчас я заеду на середину и остановлюсь. А, ну заедь. Помыть? Да. Душ. Да надо, чтобы и это, и колеса, чтобы помыть. В мире природы. Животных. Ну тут животных не видно. Ну, здесь функционирует. Свою функцию выполняет. Лёшка, ты голиком-то не прыгал. Да, он грязную куртку сдал свою на ремонт. А чистая-то это шибко чистая у него. Заехали на автомойку. Вон Алексей моет машину. Вода под боком. Вода прямо под машиной все подмывает. Да. И колеса помоем. И все остальное.